Светлана Медведева по образованию педагог. В Анапский комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга» устроилась на работу всего год назад и сразу же зарекомендовала себя ответственным работником. Хотелось бы отметить некоторых сотрудников, например, Титову Лилию Дмитриевну, Шикину Светлану Борисовну и отдельно Светлану Владимировну Медведеву. Она очень ответственно подходит к работе и за все время, которое она работает, зарекомендовала себя как очень доброжелательный, ответственный, инициативный работник. Коллеги тоже отзываются о ней очень, что она отзывчивый человек, очень оптимистичный всегда. Светлане Медведевой доверили сложный участок. Она оказывает помощь 11 пожилым людям, 8 из которых инвалиды. Елизавета Павловна Колесник в их числе. 30 лет работала на стройке крановщицей. С диагнозом грыжа позвоночника в уходе не нуждается, но трудно передвигаться. Социальный работник помогает по дому, а также сходить за продуктами, лекарствами, заплатить за услуги ЖКХ, помыть полы. Кашу сварю. Такая прекрасная девочка. Хорошо обслуживаю. Что скажу, она покупает. Слышу, делаю безоговорочно. Работа. Проработав совсем немного в центре «Радуга», Светлана Медведева поняла, что с этими нуждающимися в помощи людьми у нее установились не просто дружеские и добрые отношения, а появилось чувство долга, ответственности, как они без нее обойдутся. Нужно быть с ними тактичными, вежливыми, терпеливыми, да. Да, родители напоминают. У меня вот мама умерла от рака. Ей было 56 лет. Да. А тут все бабушки и дедушки больные, тоже как-то вот к ним забота нужна, чуткость. И они отдают это с благодарностью взамен. То есть ждут меня. Если где-то запаздываю, звонят уже. Я всегда как бы тороплюсь к ним. Продукты, чтобы все были вовремя, чтобы все купила. Если где-то чего-то нету, значит, обязательно нахожу. Так как у них нету далеко близкие, здесь вот практически ни у кого нет. И я, как бы, получается, единственная надежда. Вы не одиноки. Если нужно, мы придем на помощь. Под таким девизом работает Анапский комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга».